Так, 20 мая 17 год, Харьков. 12 Харьковский было день. Вот мы и дома. Десять часов по Киеву. Сегодня еще и день Европы. Но здесь люди, конечно, не по этому поводу, а именно по поводу велодня. Народ только начинает собираться. Выезд, по-моему, через час, но уже видно, сколько людей. Насколько я знаю, последние годы число участников переваливает стабильно за 10 тысяч. Посмотрим, как будет сегодня.